Двигаемся, кто дальше? Давай. Так не друг друга, да? Не друг друга, то да. А, не будем. Вот как я узнаю, что из всех моих друзей только один человек любимый, а остальные не любимые? Это тебе твое сердце подскажет. А как? Как оно? Оно мне крикнет в ухо? Нет, что оно будет стучать по-другому, более радостно и более весело. Ага. То есть любовь, она всегда выделяется среди людей, которым ты равнодушен. Всегда выделяется любовь. Спасибо большое, я запомню. В любом случае. И везде. Где ты видишь. А если я ее не встречу? Никогда. Ну, значит... Я могу что-то с этим сделать? Нет. Вообще, такого не бывает, чтобы ты не встретил никогда. Ради любви завязана вся жизнь. Это цепочка жизни. Любовь – это твоя всегда цепочка жизни. Неважно, как она будет построена, эта цепочка любви, но она будет всегда. Это цепочка любви с тобой рядом. Потому что ради нее вся жизнь завязана. Спасибо, Лиза. Я чувствую, ты в любви разбираешься больше, чем я. Ну, конечно, больше, чем ты. Надо греться, не надо. Это хороший финал. Пять. Все, кончаем. Это достаточно любопытно. Я думаю, что мы закончили.